Всем привет! Сегодня буду готовить очень вкусный постный пирог. Форму выстелить пергаментной бумагой. В муке добавить какао, соду и соль. Перемешать. В миске смешать воду, сахар, мед и растительное масло. Соединить обе смеси и замесить тесто. Вылить тесто в форму и разровнять. Сверху по желанию посыпать измельченным шоколадом или орехами. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Готовность проверить деревянной палочкой. Готовый пирог остудить. Получается очень вкусный, воздушный, в меру влажный пирог. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!